Добро пожаловать в Джингуджи. О, кто пришел? Какой приятный сюрприз. А я уж почти забыл ваше лицо, и нам вас очень не хватало. Добро пожаловать в оазис моды и красоты. Чем могу быть полезен? Может, обновим гардеробчик? Кстати, стразы снова входят в моду. Стразы мне? Да вы шутите. Особе более корпулентно я бы даже не предлагал, но в вашем случае на вас они так заиграют. Уникальная вещь для идеальной фигуры. Строго между нами, капля элегантности может открыть новые горизонты. Сейчас будешь... Охрана, закрыть дверь! Задержите его! Гаси его, быстро! Вы это мне? Не дайте ему меня убить! Открыть огонь! Макстак! Слава богу! Живей! Быстро, быстро! Ешьте! Цель нейтрализована. Допросить свидетелей. Вот же не вовремя тебе приспичило зарулить в корпоратский магазин. Помнишь, что я тебя слышу? Забудешь тут. Эй, вы там! С вас показания! Наконец-то! Убрать бардак, и можно снова открываться. Проблема решена. Отключить тревогу. Сидеть! Руки так, чтобы я видела. Согласно статье 105 Процессуального кодекса о противодействии киберпсихозу, показания будут записаны и переданы на хранение. Мелисса Рори, старший офицер Макстаг. Сообщите ваше имя и род занятий. Зейн Джаггер, я работаю в Джингуджи. Это оазис элегантности в... Пардон, привычка. Ви, наемник. Покупаю тут шмотки. Джонни Сильверхенд, легенда рока. Голос в голове. Джонни, а также... завали. Но дай хоть сделать вид, что я существую. Информация подтверждена. Теперь расскажите по порядку, что случилось. Я предлагал Ви совершенно уникальный товар, как вдруг... вдруг... Зейн впаривал мне какую-то уникальную хрень в стразах. Вбежал психопат и перебил всю охрану. Зейн врубил сигналку и запер нас всех с этим ублюдком. Умница, Зейн. Мистер Джаггер следовал протоколу службы безопасности, ограничив зону поражения для нарушителя. А, вон оно как. Короче, мы в зоне поражения играли с нарушителем в кошки-мышки и ждали вас. Что-нибудь необычное заметили? Психопат порезал моих людей и уничтожил репутацию магазина. Больше ничего необычного. Благодарю за содействие. На этом все. Коронера уже вызвали. Скоро будет. Джаггер, магазин придется закрыть до завершения следствия. Эй, Ви, как только мы тут наведем порядок, приходите в любое время. Я подберу что-нибудь специально для вас. Смит, доложите обстановку. Спасибо. Что там? Пока, Зейн. В магазине два трупа, двое ранены, снаружи 6 убитых. Где коронер? Стоит в пробке, немного опоздает. Неплохо. Тебе ведь нравится ощущать, как жизнь покидает тело врага? Погодите-ка. Это же Хигураши 2013? Их вроде в 69-м с продажи сняли. Они конфликтуют с нейропроцессорами. Возбуждают участок префронтальной коры, который трогать не стоит. А так-то я тоже собирался себе прикупить. А вы внимательны? Они у меня много лет. Очень точный инструмент. Надо же. Мне казалось, в Макстаке в ходу штатные клинки Арасаки. И вы так ловко ими управляетесь. Мы много пережили вместе. Много чего перекроили. Эти лезвия режут мышцы, сухожилия, кости, даже импланты. Легко, как масло. Но теперь-то вы на стороне закона? Всегда убиваете, не разбираясь.
Говорят, для этого есть терапия. Если брать цель живьем, гражданские подвергаются риску. Поэтому мы редко так делаем. Редко? А мне кажется, что вообще никогда. Сколько таких больных вы спасли? Не надо менять тему. Ты видел, как он умирает? Тебе понравилось? Ты почувствовал, что кровь еще течет, но сердце уже остановилось. Ну, прилив адреналина был, конечно, но я не разделяю твоего восторга по этому поводу. Что плохого в том, чтобы любить охоту? Какая разница на психов или на обычных людей? Мы с тобой не такие уж разные. Я же видела, как ты на него смотрел потом. Это сложно скрыть. Давай к нам. Такие люди нам нужны. Я? В полицию? Лет в 6 я, может, и согласился бы. Но я подумаю. Подумай, подумай. У тебя талант. Expanding and frontier for 60 years.